На конкурсе дети читают стихи. Агния Барто за цветами в зимний лес. Никому не верится чудо из чудес. За цветами девица ходит в зимний лес. Он стоит не в зелени, как июльский зной. Он снежком побеленный, блещет белизной. Но смеется девица, если вам не верится, показать могу яркий кустик вереска прямо на снегу. Летом он не ценится, скромная растенница, но зато как весело увидать самой огонечки вереска на снегу зимой.